Девочки, сейчас будет обзор на пиджаки, именно летние, облегченные, от турецкого производителя и от корейского производителя. Турция по цене 6500. Вот такая модель в полоску, застегивается на две пуговицы. Очень стильная, комфортная, рукав 3/4. Размеры будут 48 по 54. Уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров наличие. Вот такая клетка, тоже здесь рукав 3/4, застегивается на одну пуговицу. Здесь есть два кармашка действующих с клапаном. Вот эти модели, они наполовину на подкладе, на спинке нет подклада. По передней части он присутствует. Под этот пиджак мы хотим вам порекомендовать вот такие топы, которые есть у нас в наличии. Это новый цвет шоколад. Цена данной модели 2100. Подходят они до 52 размера, так как лапша хорошо тянется. Следующая модель — однотонный пиджак. Здесь тоже действующие карманы. Посмотрите, один полупрозрачный, другой именно в тон пиджака. Тоже застегивается на пуговицу. Имеется вот такой манжет, тоже рукав 3/4. Следующая модель в белом цвете, с вот таким красивым принтом. Тоже здесь видите действующий карман. Здесь видите петелька на рукаве, рукав на манжете. Вот так он выглядит по спинке. Можно подобрать также топ в черном цвете, который у нас есть в наличии. Это чуть-чуть другая модель. Видите, по нижней части он на манжете. Очень классно, стильно можно подбирать не только к пиджакам. Следующая модель в полоску. Видите, здесь тоже принт. Карманов здесь нет, это имитация. И с этой части тоже, видите, принт. Этот пиджак на подкладе тоже по передней части. Мы подобрали к нему вот такой новый цвет топа. Тоже очень красиво сочетается. Терракот светлый, такой красивый оттенок. Следующая модель — это пиджак, как на мне. Можете посмотреть, как он стильно смотрится. Маленький, аккуратный, актуальный всегда горох. Здесь присутствует карман, тоже принт. Также есть такая модель и в черно-белом оттенке. Здесь по передней части подклад, по задней его нет. Следующая модель — более такой классический пиджак. Вот такие вот вставочки на рукавах, очень эффектно смотрится. Он, видите, покороче, укороченный, застегивается на такую красивую пуговицу. Следующая модель, здесь тоже, видите, два действующих кармана. Очень красиво оформлен сам пиджак. Рукав 3/4, облегченные, напоминаю. Следующий вариант — это клетка. Он такой, который подходит и под джинсы, и под брюки. Очень стильный. Видите, с горчичными вставками. Вот такая у него спинка. Застегивается тоже на пуговицу. И следующие — это от корейского производителя пиджаки. Они на подкладе. Здесь уже полная длина рукава. Размер у них единый. Видите, по спинке вот такая интересная вставка. Это именно современная классика. Такой васильковый цвет, потом вот такой яркий желтый, апельсин, и фисташка. Именно летние, интересные оттенки. К данному пиджаку можно подобрать вот такой светло-бежевый топ, который тоже у нас есть в наличии. Цена, напоминаю, 2100. И также белый цвет. И по спинке, видите, вот такая вставка здесь на контрасте очень хорошо выделяется. Можно подобрать вот такой вот топ в черно-белую полоску.